Около 20 лет на территории Ленинского округа проводится конкурс «Литературный дебют». Раньше принять участие могли лишь воспитанники студии «Слово», которая базировалась в Видновской гимназии. 3 года назад проект расширил границы и стал доступен для всех детей муниципалитета, а потом и всего Подмосковья. С этого года, с 2022, нашу библиотеку связали очень такие хорошие, теплые, дружественные отношения с Союзом писателей России. Именно при содействии Союза писателей в этом году будет проходить литературный конкурс «Литературный дебют». Нам Союз писателей поможет информационно в продвижении конкурса. И, естественно, мы рассчитываем на то, что участниками этого конкурса в этом году станут не только подмосковные ребятишки, но и жители других регионов России. Конкурс рассчитан на детей от 6 до 13 лет. 2 возрастные группы, 2 номинации – художественная проза и поэзия. Но организаторы не ограничивают юных талантов и готовы рассматривать работы и в других литературных направлениях. Самые традиционные, чтобы не содержали там ненормативные лексики, чего-то противоречащего российскому законодательству и так далее. А что касается формы, объема произведений, здесь мы наших конкурсантов не ограничиваем. Поэтому есть, конечно, там миниатюры, стихи, рассказы, эссе, а есть и повести. Состав жюри пока держится в тайне. Итоги эксперты подведут в декабре на литературном вечере «Содружество муз». Предполагается провести красивый творческий праздник с музыкальными и литературными номерами и, конечно, награждением победителей. Может быть, первые шаги будут не самыми удачными, может быть, они будут еще неуверенными. Но ведь конкурс называется «Дебют», литературный дебют. Надо себя пробовать, поскольку литературное развитие любого человека – это очень-очень тонкое, очень высокое развитие. Это приобщение к истокам культуры, к истокам, к традиции нашей русской национальной культуры. Мне кажется, это здесь и воспитание патриотизма, и воспитание расширения кругозора своего. Подробная информация на сайте библиотеки. Там же есть раздел, где можно оставить свою заявку. Работу к заявке можно прикрепить и позже. Отбор завершится 30 ноября. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.